Два дебила — это сила. Тоже. Нас три дендра и один пир. Новомодное горение практически выходит. Так, Дехиан у нас пудрится. Ну, перед стримом. Ну, да. Ой, план, как обычно, я кручу до первой голды, и либо у меня будет гарант на Мовуику, ну, либо мне фартит, и я выбиваю Нахиду. Нахиду я, конечно, хотела уже очень давно, но она постоянно очень неудачно для меня выходила перед теми персами, которых я хотела кратно больше. Я понимаю, что она как бы очень нужна на аккаунте, но вайфу гейминг, все дела. 10, 20, 30, 40. Нифига себе. 50, 55, 60. Так у меня сейчас голода будет. Нормально, у меня 20 крутка вообще, грубо говоря. Вообще, на самом деле, как бы это смешно не было, больше, чем на Хиду, я хочу C6 куки. А у меня, насколько я помню, с ней все плохо. Как у меня. У тебя тоже? Угу. Так. А у меня там до сих пор C0. У меня C2, оказывается. Я помню, что я... Либо C1, либо C0. Что-то она мне дропнулась вообще из оружейного баннера, потом она мне прилетела из стандарта, и потом снова из оружейного баннера. То есть я куки из ивента не получила ни разу. Это... без комментариев. Так, ну, праздник, все дела. Нахида Дере, у меня Самайн. Короче, Нахида, приходи, будем есть вкусняшки. И куки с собой, ладно? Ух. Я думаю, это сейчас будут самые быстрые крутки в моей жизни. Так, ну, куки. Да, спасибо огромное. А можно еще раз? С Нахидой. Понятно. Нет, 80-е. Я знаю. Ой, Машечки, страшно-то как. По одной бюджет. Господи. А, Сетос, здравствуйте. Штанишки менять? Да. О, твоя любимая Кека. Сука, сколько ее не было. Я столько не проигрывала. Ну, я тебя догнала. У тебя C5 Чича. У меня C5 Кицин. Да, Кеки ни одной у меня до сих пор, как у тебя Цицин. У меня ни одной Чичи. Так, что у нас тут? Ну, зато C5. У тебя гарант на Мауику. Как и у тебя, так что не надо мне тут. Да, но это значит, что больше крутить нельзя. Да. А что еще от меня хотят? А, ну, куки. А, Сетос. И куки. Всего C3. У меня просто такой сильный C6. А Сетос... А, у меня было в единственном экземпляре вообще. Нахида, ты пиздюк. Маленький и мерзкий. Сколько там надо? А, ну теперь типа надо 90, ну да. Если мне еще в оружейке фартанет, то будет вообще. Самое грустное, что когда был баннер Нахиды, мне что-то было нужно из ее оружейки. Я знаю, что у тебя есть лампа Нахиды. Да. Вот она. Лежит 100 лет уже. Не юзанная. Я вообще не представляю, на кого ее одевать. Она какая-то специфическая сейчас. Не, ну, то есть на МС хорошо, там все дела. Но я без понятия. У меня точно так же. У меня лег мертвым грузом лук линий. И очень много всего. Вот. Я-то пока еще не придумала, на кого. Ах, обидно. Обидно, обидно. Ну, ладно. Будет, значит... Пир Архонт.
первого. Все, больше не будешь давать сейчас еще тридцатку? Страшно. Нет, я думала об этом, но страшно. Я куки хочу, блин, жесть. Я просто тогда, если... А, надо крутить так же, как я крутила все остальные. Как я обычно кручу Розарио. Значит, у меня Какоми Си-1, благодаря Розарии, да? Рейден и Фурина. А, нет, благодаря Шеврёс у меня Рейден, извиняюсь. Значит, хочу куки. Ну, сейчас у тебя хотя бы, если что, гарант. Ну, типа, ты поиграла, значит, точно будет Мавуика. Куки. Да. Куки, я сказала. Сдам моему гаранту. Я сказал. 20 круток, что происходит-то? Она ко мне пришла как байджу. Я же сказал, сейчас вот у тебя это, у тебя гарант. Я хотела куки. Как чую. Я куки хотела. Куки. Ам-нам-нам-нам. Еще и куки нет. Нахид, ну ты вообще, ну. Ну хоть бы куки привела. Понятно. Все, у тебя одна тычка осталась. Какая в смысле? Или сколько у тебя круток? Зачем? Я нахиду получила. Не, я понимаю, но куки-то не получила. Да куки там еще обосраться, там три созвездия надо получить. Все, даешь еще одну десятку, у тебя выпадает куки. Если это сейчас не сбудется. Или еще одна птица. Я тебе сейчас. Сплюнь, чтоб ты типа. Ну, о, почти куки. Юньцзи. Все. Нормас. Вообще нормас. Другой вопрос, что до домовойки еще до хрена? Всего лишь через обдум. А, да, в 5-2, насколько я помню, нам дадут локацию, но не дадут сюжет, если верить сливам. Мне будет чем заняться, буду пылесосить, плюс ивенты. И 1 января у нас выходит 5-3 с пирархонтом. Ну, ок. Ты понял, да, как мне надо крутить? Мне надо всегда хотеть четверки, после них тут же прилетает. Что у нас сегодня день? Ага, С4. Шикарно. Сетос теперь С2. Куки жар осталось всего лишь С3. Лампу и дай. А, да-да-да. Вот, носитель лампы. Так, кто где? Оружие. Сменить. Эц. Надо будет докачать. Это ж надо так выбить сначала 2 года назад лампу. А, я помню, нам Нахиду-то вкатали тогда с девочка-солнышко, Йоимия. У Йоимии считается один из, ну, в общем, сильнейших луков игры. А у меня тогда уже, по-моему, был торт, и я хотела этот лук на торта. Вот. Но не вышло. Теперь у тебя сельф. Да. Маленький. Маленький. Чиби-эльф. Чиби-эльф. Ладно, Нахида, ты не пиздюк. Чуть-чуть тормоз. Ну, да. Ну, на дыре задержалась там. Вкусняшки ела с ребятами. Лицо умывала. От крошек. Бей. Ты уже на качельках. Я помню, я в свое время то ли на Хайтабыче, то ли на... чем на кого-то фармила очень много дендрокуб, потому что не хватало дендрочастей. Видишь, как я удачно его пофармила. Сейчас еще подкачаем. Ну, хицин это, конечно, не, да нет, чтобы тигнари дать, там какой-нибудь чичу, я не знаю, дилюка. Джин. Я играю за джин. Мону сейчас осваиваю, наконец-то. Нет. Что у меня там? С4. Ну, нет, чтобы дилюка-то. Ну, 2 созвездия всего осталось. Ладно, неплохо. Ну, С5 это уже опасно, конечно. Вообще, я до сих пор, если честно, негодую, почему они не сделают какую-нибудь такую фигню, что если ты С6 стандартного персонажа собрал, то он тебе больше падать не будет. Это было бы честно. Ну и как-то логично, что ли, да? А то, представляешь, вот это, ну там дают какую-то компенсацию, 5 круток, что ли, ну 50 этого, понял. Где он, магазин? Да-да.
Нет, вот это. Ну, какого ты счета понял? А, ну, кстати, у меня еще 33. Так что нормас. Заначка. Итого за 50 круток я получила две голды и очень много четверок Юньку, Сетоса и Куки. и два сетоса. Два сетоса. Одну Куки, одну Юньку. По-моему, синий еще был, не? А, и был Синцю, но он у меня кэшбэк там, да, понятно. Ну, очень даже. Тут у меня голда недавно была, так что... Дай. Ничего, хорошо. Да? Да я не зря пудрилась. Ладно, пойду качать маленького эльфа. Ой.